Всем привет, дамы и господа. Короче, вот так вот. Там поковырял, видите, половину. Повыдергивал. Надо тоже тяпкой проходиться. Там прям такое слово. У меня, короче, истерика. Блин, думаю, пойду здесь. Поубираю. Ну, попробовал. Тяпкой как будет. Ну, вроде ничего. Ну, земля сыровата сверху. Слоем взялась, короче. Вот, сухая. Ну, а снизу сырая еще. Комками, видите, где-то даже. Ну, это, ладно, ничего страшного. Сейчас я тут сделаю лук этот. Это паданка. Там я половину повырвал. Паданки, там тоже и лук, морковка. Короче, дожди дали по жопе вообще по-хорошему. Здесь-то ладно, в картошке там крупно походил, повыбирал тут. Тяпкой пробежаться. Ну а здесь вот вообще жесть. Представляете, что здесь? Я вот две грядки. Там чуть-чуть лук прошелся. Лук толком не растет ни хрена. Лук хреновый. В том году я брал вообще лук. Отличный был. В этом году бабушка с дедушкой подогнали. Людмиле. Лук, вот она, дерьмо, видите? Вот. Я уже устал его тут дергать. Я его понакидал. Вон ее сколько. Морковка. Она не растет из-за вот этого вот всего дерьма. Как вообще прям все. Вот, смотрите, сколько морковки. Ну все это. Сегодня-то нет. Ну что смогу сегодня. Там свекла тоже вся забита. Ну вот свекла уже какая большая, смотрите. Короче, я замучился. Смотрите, сколько этого дерьма. Ё-моё, вообще кошмар. Я тут ползаю уже. Час, наверное, точно. Пройдусь морковку, лук еще. Вот эти две грядочки потом там. Там у меня редиска и морковка осталась. Повыдергиваю всю эту паданку отсюда. Вообще кошмар какой-то. Куда? Забивает все мне здесь. Вообще все забивает. Здесь редиска, ладно, бог с ней. Сейчас тут вырвем что-нибудь. Редиска-то как бы не совсем там надолго. Поэтому ничего страшного, я не особо переживаю. Вот. Смотрите. Ага. Красота красотушечная. Листья большие, а толку от этого вообще никакого. Ну, есть вот такие. Соседа угощу. Ой, кошмар. У меня аж прям до истерики. Я прям тут хожу, психую. Ё-моё. Вообще ужас какой-то. О, а тут длинная, видите. Да, я две полоски садил. Круглые, две полоски длинные. Вот он лезет. Ну вот эта паданка ее засирает. Вообще кошмар. А, видите, что? Сколько тут ее. Ужас. Ужас. Паданка, это я имею в виду вот картошка, которая с прошлого года. Соседа сейчас пойду угощу. Короче, вот такие вот дела. Я говорю, у меня аж прям до истерики, я аж психую хожу тут. С этими дождями ни хрена бы не сделаешь. Ладно. В общем, как-то вот так. Ладно, пойду я дальше этим луком заниматься. Ну а там поглядим, что делать. Фу, лук сделаю. Там уже и к обеду время делаю, блин. Вот она лезет. Меня аж прям бесит. Вон, смотрите, что. Ну что это такое? Вот зачем? Откуда она взялась? Как будто я не выкапывал, блин, картошку, а в прошлом году. Ё-моё. Там главное нету, да, вот где что-то посажено, она растет. Ужас. Как будто нечему здесь расти. Тут лук растет. Нет, она лезет везде.
Ладно, буду я заниматься, короче, дальше. Сделаю, потом покажу. Смотрите. Вообще ни капли намека на то, что пойдет дождь. Баба! Как загремел и пошел. Пришлось бежать белье снимать быстро. Кошмар какой-то. Ну прикольно, пускай немножко хоть землю подмочат. Легче будет траву дергать. Нормально. Ах, кроссовки забыл. Блин. Еще не дошел, сейчас дойдет. Польет нормально. Вот так вот погода. Первый раз я здесь такое вижу. Такого не было. Вот 3 года я здесь живу, в этом доме. Уже 4 года я живу в Краснодарском крае. Ой-ой-ой. Будьте здоровы. Ну, такое я первый раз вижу. Не пойму, куда тянет. Туда или сюда, черт поймешь его. Может, придет. Ладно. Но все равно здесь видео грузится. У меня еще 11 минут. Пока посижу, подожду. Всем доброе утро, дамы и господа. У нас следующий день. Я тут собакам варю покушать. Картошку уже сварил. Уже в магазин ездил. Свою проводил, короче. Я тут с утра уже двигаюсь. Камеру просто в руки не брал. Вчера там в огороде еще ковырялся. Картошки нам еще один дядька отдал. Вот так вот полмешка. Ну такая прям едовая, прям нормально пойдет. Все говорят поросятам, короче, все кормят наших поросят. Ну из-под гусыни я сегодня яйца позбивал. Короче, беспонтовые. Одно яйцо всего лишь. Осталось такое, ну, кто-то там есть. Остальное я все оттуда повытаскивал. Сидит сейчас на одном яйце. Посмотрим, вылупит, не вылупит, поглядим. Со мной сегодня все тут. Бася вон лежит на кресле. Мася со мной. Пошли? Пойдем. Мася хоть слушается, поэтому я ее с собой беру. Бася вообще не слушается. Убегает куда-нибудь. Солнце светит сегодня с утра, вообще красота красотушечная прям. Вот у меня на сегодня в планах косить. Сейчас буду заниматься, надо там, ну перед двором я убрал, надо вот здесь, короче, где огород, надо повыкашивать до соседа, потому что там трава уже такая приличная подросла, надо убрать ее. Вот, а вчера я лук здесь почистил, доделал. Все сделал, окучил его маленько, в общем, ну вот так вот, нормально получилось. Ну там посмотрим, к вечеру ближе, там буду заниматься, там вчера хоть убрал вот с морковки все вот это дерьмо, чтобы морковка росла. Ну сегодня поглядим, сегодня залезем. Пошли, Мася, Мася, пошли. Сегодня залезем, там еще поковыряем. Вот. А сейчас у меня пока в планах. Что у меня в планах? Косить. Надо выкашивать. Здесь вот маленько тоже вот подзарос, видите. Надо вот это убирать. Ну и сюда залазить. Вот этот палисадник надо выкосить. Обязательно, потому что уже, ну все, прям уже начинается, короче, перебор. Подровнять. Выкосить все это дело. Здесь-то, видите, выкосил. Лето начинается, все, это косьба. Там есть товарищи, которым там что-то не нравится. Вот огород и огород. Блядь, да огород. Вот косьба и косьба. Ну да, косьба. Ну а что делать? Приезжайте в деревню, пожите, и узнаете, что это такое вообще. Пошли домой. Заходите. Когда у кого-то чисто, а ты зарастаешь тут грязи. Ну это неправильно. Так не должно быть. Так что, если кому-то не нравится, я же говорю, я никого не зову на канал, вы сами приходите. Не нравится, развернулся, ушел и все. Ездил в магазин,
Купил лески, 10 метров взял, 120 рублей отдал, по 12 рублей она стоит. Троечка. Ну, у меня там пока стоит. В общем, короче, как-то вот так. Все, триммер заведу. Пойдем бензином залить. Бензин у меня есть. Разведенный. Тут у меня есть. Есть, тут у меня еще нормально. Масло еще есть, слава богу. Сейчас залью бензина и пойду там выкашивать. Там показывать не буду, потому что соседи там смотрят, ходить там с камерой тоже не особо приятно. Что я хотел вам показать? Хотел показать, у нас тут два щенка. Ну, они уже как бы большеватые все. Ну, как большеватые такие, пойдут. Один у Були, вот такой вот. Ну, хватит. Чип у нас вот постарался, видите, красавчик. Тут вообще такой прикол был на днях. Буля взяла его. Матильда украла щенка. У Матильды тоже щенок. Сейчас покажу. Там вообще босяк. Вот такой тут морда вот такая. Кошмар. Эй. Какой-то этот. Ну, сучки. Все, короче, сучки. Ну, что, раздадим или там, я не знаю, посмотрим. Что с ними делать. Я взял Матильду, перенес вот в эту будку. Постелил ей там подушку, ну, перенес ее туда. Ну, а Буля это дело припалила. На, иди. Буля это дело припалила, пошла украла у нее щенка. Я вчера смотрю, тут вот здесь стоит Матильда, Буля лежит там в кресле, и Матильда на нее орет и орет. Я думаю, что она на нее орет? Ну-ка, хватит! Пошел, заглядываю, а у нее два щенка. Она взяла, утащила у нее щенка, короче, украла. Прикольно. Забрал, отдал ей обратно, все, вроде заткнулось. Ну вот, в общем, как-то вот так. Сейчас я приготовлю собакам. Ну и пойду косить траву. В общем, смотрите дальше. Ну вот, дамы и господа, как-то вот так помаленьку, здесь пока трогать не стал. Там еще кусочек он остался, надо так маленечко. Основное здесь скосил, деваться некуда, косить надо. Остановился, потому что все спина мне дает прям люлей. Пойду сейчас посмотрю, может, диклофенака уколю, да пойду дальше работать. Соседская собака ходит. Вот видите, здесь почистил, там прибрал, там прибрал. Тут вот кусок стоял, я его убрал. Все, сейчас вот здесь вот уже надо будет убирать. Растет. Ничего не поделаешь. Если кому-то
Ну, это не нравится, я ничего поделать не могу. Это моя жизнь, и я ее показываю помаленечку. Вот, сейчас пока здесь прибираю, здесь выросла. Сейчас 2-3 дня надо будет здесь убирать, ё-моё. И вот такие вот дела. Собакам покушать сварил, картошки сварил. Хватит орать. Картошки поросятам сварил. Впереди там тоже убрал, повыкашивал. В общем, сегодня пока косьба. Время 11 часов уже. Ну хватит уже, говорю! Кому говорю? Вот глухая. Здесь тоже выкосил. Ну ничего, в этом году здесь не садим вообще. Я не знаю, буду садить, нет. Я все хочу розы здесь посадить. Все. Как-то руки не доходят до этих роз. Не знаю, когда они посадятся. Вот. Как-то вот так, короче, все это дело происходит. Потихоньку. А делать надо. Еще с огородом проблемы. Я думаю, что до обеда я разберусь с косьбой. После обеда пойду в огород. Короче, как-то вот так, ребятки. В доме прохладно вообще. Такая красотища, кошмар. Обои не наклеил. Кто-то там стонал, там, ой, лентяй, год прошел, обои не наклеил. Значит, так надо. Для особо одаренных объясню. Две собаки в доме. Одна из них очень шкодливая. Если я поклею обои, которые стоят по 2500, вы не представляете, как меня жаба задавит. Поэтому, в принципе, мне это ничего не мешает здесь. Так что вот, как-то вот так. Если кому-то это не нравится, то клейте у себя обои. Если вам нравится их клеить постоянно. Клейте. Заведите тойщиков, чтобы один из них был шкодливый. Тогда я на вас посмотрю. Ой, не могу, спина, блин, капец какой-то. Ладно, в общем, как-то вот так. Все, ребят, я на этом видео закончу. Кому понравилось, конечно, ставьте лайкосик обязательно. Подписывайтесь на канал. Ну и все, всем пока.